Привет, ребят. Все. Эфир запущен. Всем привет. Да, у меня сейчас будут писать, что опять накрасилась. Ребят, я не умею выставлять свет, еще раз говорю. Фильтр здесь есть, чтобы хоть как-то свет мог регулироваться. Вот. Поэтому вот как-то так. Как, какой уж он есть, такой он есть. Я... Давайте вы будете меня слушать, а не видеть. Так, что-то у меня... Не... А, все, вижу. Вижу я себя. Угу. Да, ребят, пишите пока вопросы, чтобы я потом смогла максимум ответить на ваши вопросы, какие они у вас есть. И я бы, наверное, все-таки хотела начать прямо с темы про зрение, потому что зрение очень многие задают вопрос про зрение, а как его выровнять, а какие сделать практики? Чудесно выглядишь, спасибо. Какие сделать практики? Какие должны быть осознания? А что мы не хотим видеть? Ребят, все как обычно, намного проще. Намного проще для нашего тела. Когда мы начинаем чувствовать свое тело, то мы начинаем понимать, откуда... что, почему у нас слабнет какой-то орган, почему у нас начинает функционировать не так, как нам бы хотелось. И многие-многие вот эти вот вопросы. Спасибо большое, ребят. Очень приятно. И именно поэтому я после ретрита запущу марафон, в котором я сделаю максимум. То есть почки – это. Сердце – это, селезенка – это, печень – это, глаза – это, уши – это. Вот, и там будет не просто там мое бла-бла-бла, да, а там я еще приглашу великолепного человека, который будет нам давать именно физические упражнения, ну, любит назвать практики, да, это просто упражнения. Я не люблю эти всякие слова, вот эти возвышенные. Физические упражнения, которые мы будем раскрывать мышцы, вытягивать определенные органы для того, чтобы мы могли проработать психику. Вот. Добрый вечер, Сергей. И почему копчик – это зрение? Вот. Сегодня мне пришли еще другие видения по ушам, но это уже, наверное, в марафон пойдет, потому что все не успею сказать, может быть, после марафона это сделаю. Вот смотрите, мы же все прекрасно знаем, да, что по большому счету мы видим не глазами. Глаза – это скан определенных силуэтов, определенного энергетического света, который у нас базируется вот здесь вот, да, в задней части головы, так назовем. Вот, я не буду применять никакие, вы знаете, что я не медработник, у меня нет медицинского образования, у меня только несколько психологических образований. И поэтому я буду говорить простым языком, как я это вижу, как я это вижу. Можете с этим не соглашаться. И когда я начала видеть, как обстоят дела в нашем физическом теле, которое мы, кстати, можем спокойно оставлять в любом состоянии, мы можем в нем идти, то есть оно может идти, но мы можем быть в другой реальности, в другом пространстве. И это на ретрите мы, кстати, будем практиковать, это очень легко, и тогда вы очень четко почувствуете, насколько тяжелое у нас тело, и оно как якорек в эту плотность, я бы, наверное, так сказала.
И как раз у нас вот эта вот сборка нашего зрения, она идет на... где у нас соприкасается наш стержень, наш ствол в голове. Он дает максимальную картинку, которую мы можем воспроизвести через ум, которую мы можем воспроизвести через восприятие самого себя. И начало нашего зрения – это копчик. Копчик, который у нас с нашим поколением людей, да, давайте так я буду подбирать более четко слова, потому что у меня нет времени их расшифровать. У нас он обрезан на 2-3 фаланги, на 2-3 единицы. Вот. И обрезан, я, может быть, потом либо расскажу в марафоне, но на ретрите, естественно, мы про это поговорим. Точно так же поговорим, как и о половых органах, почему у нас есть обрезание и что это дает. И как это восполнить. И копчик как раз вот это вот, как бы сказать правильно, там, недоразвитость, да, недоразвитость нашего поколения в восприятии. Потому что я сейчас прекрасно понимаю, потому что я сама была в этом состоянии, я знаю, как обычные люди, не так звучит, но пусть будет так, пусть меня закидают помидорами, как видят, да, то есть мы видим, например, стол, мы видим дерево, мы видим еще что-то, мы это просто видим. Но когда приходит видение не через глаза, а видение через дух, то есть мы все прекрасно понимаем, что сначала у нас идет тело, ум, вся вот эта вот физика, потом мы, следующий этап у нас это душа. Через душу мы воспринимать начинаем перевернутый мир, да, как бы вывернутый наизнанку. И когда мы через вот эту вот вывернутую, через душу, когда у нас уходят все вот эти вот плюс-минус, хорошо-плохо, оценочные вот эти вот критерии, мы в какое-то время переходим в третье состояние к духу. Вот. И когда вы начинаете видеть уже между душа и дух, между этим уже вы начинаете это видеть. Вы начинаете видеть состояние, когда вы смотрите на дерево, и вы видите, как оно дышит. Смотрите, например, на море, и вы видите хранителей. И это не состояние, когда вы уходите в какие-то бредовые мысли, да? То есть вы можете это спокойно видеть и общаться с живым человеком на обычные какие-то темы. То есть на обычные темы, там, а ты этого видела, там, а ты с этим разговаривала, а ты вот это вот зафиксировала, там, ну, абсолютно любую. А у меня сейчас там дочка приедет со школы, там, а у меня там вот это вот. То есть ты можешь общаться на обычные темы, но в то же время ты видишь вещи, которые для обычных людей чаще уже определяются как необычные. И вот это, наверное, и есть вот это вот ясновидение, как, наверное, говорят. Я не знаю, про что говорят ясновидение, но я, наверное, его интерпретирую вот так вот. Когда ты можешь видеть уже более другой слой, другую прослойку этого же мира. И очень часто, когда у нас падает физическое зрение, я его называю физическое зрение, когда мы видим там, например, нам неудобно вести машину, мы плохо видим какие-то, различаем какие-то объекты. То есть самое обычное, элементарное зрение, когда у нас садится, мы его начинаем вот, ну, не очень хорошо видеть. И это как раз про то, когда мы свой урезанный столб, то есть человека, кто видит энергетически, кто видит световое поле человека,
он видит его стержень, то есть его вот этот вот ствол, я его называю, я не знаю, как по-другому назвать, вот этот вот ствол, его видно, какого он цвета, насколько он заряженный, то есть его максимально видно. И ты уже понимаешь, когда астральное зрение, ну, наверное, так назовем, не знаю, назовите как хотите, вы меня поняли, о чем я говорю. И когда вот это вот зрение, обычное зрение у человека падает, его можно восстановить, ребят, и очень-очень просто. Его можно восстановить, если помните вы или не помните, это уже другой вопрос. То есть если вы помните, когда вы, например, в детстве упали там с горки, знаете, раньше были вот эти вот железные горки, по ней съезжаешь, и дым в лужу, или там в эту, в ямку, которая уже пробита ногами, когда все ездят, и ногами ее уже пробивают. То есть с этой горки съезжаешь, и пымс, на попу. А дети очень часто там с каких-нибудь качелей, лазилок, еще откуда-нибудь. Потом в взрослом состоянии, в юношеском состоянии бывает такое, вы вспоминаете, вы все равно вспомните, когда вы упали на копчик, когда вы его повредили, когда вы его ушибли. Если вы не вспомните, то это тоже очень легко с любым проводником, который чувствует вас, чувствует себя в первую очередь, да, он может вас сразу же выгнать в этот возраст, и вы вспомните это состояние. Это делается вспоминание состояния, когда вы повредили первично копчик, это занимает максимум 5 минут, ребят, поверьте. И когда вас выбрасывает в это состояние, когда вы ударили копчик, повредили, ушибли, неважно, вы тогда очень четко понимаете, но самое главное, либо уметь правильно интерпретировать свои видения, но свои видения очень часто, к сожалению, мы не умеем интерпретировать, потому что нам все время кажется, это я додумал, это мне так кажется, это немножко не то, чтобы мне хотелось, это там еще что-то. И мы отворачиваемся от себя, не дорабатывая какие-то моменты, которые бы мы могли доработать. Вот. Но если кто-то умеет это делать, это здорово. Я долго не умела это делать, правда. Я все время себя оправдывала какими-то моментами, что я глупышка, что я это не умею, это я себе придумала, это мой мозг. Что я могу видеть, да кто я такая. То есть у меня много всего этих тараканов, которые, поверьте, еще есть в моей голове. И когда с вами есть вот этот проводник, он вас очень быстро выведет к тому состоянию, когда вы поймете, откуда у вас началась потеря физического зрения. И уже второй вопрос, с этим проводником, либо без этого проводника, вы можете его восстановить. И у меня как раз на ретрите была женщина, у которой, ну, достаточно плохое зрение, оно было разное, на двух глазах, и мы с ней очень быстро отрыли тот момент, он моментально отрывается, когда она вспомнила, что при определенных ситуациях она была в таком вот состоянии, в определенном таком и она села мимо стула. Это было юношество, молодость у нее такая вот. Молодость, я имею в виду лет 18-20, вот так вот. И она села мимо стула и ушибла копчик. И тогда она еще на фоне всего этого сказала, чтобы я не видела вот такого-то относительно детей. Вот. И с каждыми родами, только с родами, у нее терялось зрение. И когда они с мужем захотели следующего ребенка, третьего, она начала придумывать разные вещи, чтобы ей этого не делать. А не потому, что ей не хотелось третьего ребенка, а потому что она даже не понимала на подсознании, что родив третьего ребенка, она потеряет зрение, потому что она его тогда зафиксировала потерю зрения в 20 лет. И поэтому сейчас в 40 с копейками она остерегалась следующей беременности. Не потому что она не хотела, не потому что она не была уверена в своем муже, не потому что она не хотела детей, не потому что у них не было какого-то финансового состояния. А именно вот этот вот необъяснимый факт, который она предполагала различными моментами и не могла отследить.
И как только мы вот это вот выскочили, как только мы вот это вот вытянули из нее, просто получилось так, что у нее в течение нескольких недель оно значительно улучшилось. То есть на несколько единиц, или там ноль, сколько это единиц, я не разбираюсь в этом немножечко. То есть оно у него улучшилось на несколько единиц. Сейчас у нас, мы давно не общались уже, вот, но тогда она мне прям вот говорила, вот сходила вот так и так, вот это вот сделать, это вот сделать, то есть планы поменять, поняла откуда, чего, проработала в себе, и вот это вот пошло. И представляете, насколько вот эта вот разница, насколько мы не видим и не чувствуем свой организм, что мы не можем таких элементарных вещей, это же все решается, многие вещи, которые нас преследуют годами, которые мы практикуем многолетними какими-то великолепными даже упражнениями, действительно великолепными, но нам не помогает не потому, что мы их плохо делаем, а потому что мы очень часто не слышим свое тело, что оно сигнализирует, откуда это пошло, почему оно там закрепилось, и почему мы не можем распознать таких элементарных вещей, как копчик и зрение. А это же абсолютно прямая связка. Даже физиологически, даже если мы возьмем обычную школьную энциклопедию. И представляете, сколько в нас всего связано. Каждый пальчик, каждый ноготок с нас связан, каждый зуб. У нас даже связаны брови. У нас у всех разные брови. Вот я, например, разговариваю, я себя вижу, и я стала отслеживать, что у меня вот эта вот бровь все время там что-нибудь, у меня раз одна бровь, а вторая нет, а вторая как будто как замершая. И это тоже своеобразно. То есть откуда, какая бровь, почему? Почему одна бровь в спокойствии, а другая нет? Откуда это идет? Что бровь дает на какой орган? Какой орган транслирует подачу действительности, которая происходит вокруг нас? Мы же все любим проговаривать, что все окружение, я есть все, да? Все есть я. А кто-нибудь понимает, что значит я есть все? Кто-нибудь понимает, что, например, почки, печень, селезенка, шишковидная железа, все что угодно, что это все транслирует в то, что мы получаем в действии. А то, что мы получаем в действии, мы не можем даже интерпретировать, и что же у нас, о чем маячит наш внутренний орган? Что происходит с нашей кровеносной системой? Куда пошла? Где у нас в нашем конкретном теле, не в соседнем, а именно в нашем теле, где у нас происходит максимальный слив, канализационный слив лимфосистемы? Что нам нужно, что конкретно моему телу нужно прочистить, чтобы лимфогрибы вышли? Мы даже об этом очень часто не задумываемся. Мы довольствуемся поверхностными практиками, не понимая о том, что поверхностными практиками мы довольствуемся не потому, что мы не хотим исцелиться, а потому что наше все, наше тело, сознание, душа, все оно не пускает к определенному восприятию себя, потому что оно все это нас потеряет. Когда мы отрываемся, когда мы понимаем, что я не есть тело, но тело есть, оно мое. Когда ты понимаешь, что ты можешь, что у тебя есть всегда своя реальность, которая может отличаться от реальности самого близкого человека, когда вы идете вместе со своим близким человеком, и тебе он говорит, вот здесь вот нет прохода, здесь дома соединены кирпичами, мы туда не пройдем. И ты идешь и говоришь, ну как же, пройдем, в моей реальности пройдем. И ты идешь, и он видит, например, что эти кирпичи расковырены. И для него, для его мозга это просто взрыв. Он думает, да как это вообще возможно? И это просто возможно, что твое поле снег, потому что ты позволяешь в своем мире это делать.
А ты можешь позволить в своем мире это делать, потому что ты четко понимаешь, что ты есть для каждого своего внутреннего органа. Мы не можем отделиться от своих внутренних органов, пока мы не научимся их видеть и слышать. И только научившись видеть и слышать то, что есть внутри нас, мы можем с этим спокойно, мы можем там прибраться, а потом сказать, ну все, здесь я прибралась, здесь прибрался ли, здесь у меня порядок, пошел в следующий, в следующего я. Вот тогда мы можем идти в следующего я. А когда там бардак, куда вы можете прийти? Вы можете только одним глазком на что-то посмотреть и сказать, и начинать уже рассказывать через глазок. Это знаете, как в подъезде. Одно дело, когда ты можешь выйти в этот подъезд и сказать, вот, ребят, вот у нас в подъезде такая-то лестница, такие-то перила, у нас там такой-то счетчик стоит, у нас столько-то квартир на лестничной площадке. Ты можешь это рассказать, когда ты вышел в подъезд. А некоторые люди об этом рассказывают, и очень красиво, когда посмотрели в глазок, и говорят, вот я там увидел вот это, вот это, вот, вот это, вот это, вот, вот это вот. И вот не будем теми людьми, которые смотрят в глазок, будем теми людьми, которые могут выйти как минимум в подъезд, а максимум, когда можно выйти и сравнить, вот в подъезде у нас вот это, а на улице вот это. Если мы откроем форточки в подъезде, то у нас в подъезде будет еще и вот это. Понимаете, о чем я говорю? Привет, Светочка. Последнюю неделю страшно давит в висках, и как будто железная голова. Это с чем связано? Энергия нарушена. Да, не обязательно, смотря что ты кушаешь. Во-первых, ребят, не забывайте, что у нас сейчас определенный цикл идет, да, и вас может выхлестывать в иные энергетические поля, не только в свои. Вы можете. А если у вас ослабленное энергетическое поле, у нас у многих оно ослаблено, вас может кидать в другие энергетические поля, и тот будет человек страдать, и вы будете страдать, и вот эта вот неразбериха, она будет вот в этом вот состоянии, в непонятном. Вы можете начать прокачивать свою физику, а по факту может быть просто, что вы впали в чужое энергетическое поле, оно не ваш контент. И это тоже возможно, такое тоже возможно. И нужно понимать, что если у вас болит голова, а с физикой все нормально, почему голова? Почему с физикой не все нормально? Либо вы должны понимать, что у вас есть с кровотоком. Где у вас почечная кровь, а где у вас большая вот эта вот кровеносная, как она называется-то правильно? Артерия, самая крупная, которая вот идет под черепушку, что с ней? То есть здесь у нас это почки, да, почки, зубы, вот, и мы с ребятами проговаривали, что это такое, вот. А здесь у нас уже идет, это наша, конечно же, задняя поверхность бедра, ребят. А мы когда хотели назвать эту тему, я говорю, как ее назвать, зрение в жопе. Вот, посмеялись, конечно же, не стали это назвать, но это как бы это по факту, зрение в жопе. Вот. И у нас очень много, голова, и почему, вот поговорку вспомните, голова не жопа, залежи и лежи. Потому что у нас очень часто, у нас задняя поверхность бедра, смотрите, вы можете посмотреть, если у вас попа опущена, вот есть, знаете, такие вот идет девочка, например, там, или мальчик, неважно, у мальчиков немножко по-другому строение, давайте я на девочке сделаю. Вот идет девочка, вроде красивая, худенькая, да, но жопы, например, нет. А другая идет, ну, вроде бы, и тоже все нормально, но вот какая-то вот она, вроде как и полненькая, и туда не такая точеная, но жопа красивая, вот красивая жопа. Вот, это о чем, ребят, говорит? Это говорит о том, что задняя поверхность бедра, у нас мышца задней поверхности бедра, она у нас не растянута, то есть она у нас съеженная. Задняя поверхность бедра – это наша родовая память, она у нас съежена. И поэтому жопу она как бы оттягивает вниз. И у нас ее практически нет, задницы. Вот. И когда мы будем делать определенные упражнения, прорабатывать, пробивать заднюю поверхность бедра, то у нас при задней поверхности, при пробивании, при растягивании и при определенных
определенных упражнениях, их не так много, на заднюю поверхность бедра, тогда у нас отделяется, как бы вытягивается эта мышца, отделяется и поднимается попа, ее уже вниз ничего не как сказать, не тянет, она начинает подниматься вверх, у нас пошла вот это вот, пошел этот кровоток, и голова начинает у нас работать по-другому. То есть у нас, я говорю, ребят, у нас настолько великолепное тело, оно нам настолько сигнализирует вообще обо всем. Самое главное знать об этом, самое главное начать разбираться. И я прекрасно понимаю, что в этом разбираться тяжело, когда у вас есть какая-то основная работа, когда у вас есть там семеро по лавкам, еще что-то. Это мне просто говорить, да я сейчас в это углубилась. Я поэтому вам это и рассказываю, потому что я понимаю, что не для всех, не все могут это себе позволить просто начать копаться. Просто начать копаться, начать слушать свое тело, начать ощущать. Поэтому что могу, вам передаю. Заходит, берите, принимайте. О, доброй ночи, Сахалина. Привет, здорово. Извините. Я помню свой момент в детстве, когда я ударилась копчиком. Дальше что делать? Дальше что делать? Посмотри, какие были при этом обстоятельства, когда ты ударилась копчиком. Что ты, какая у тебя была в этом ситуация, при каких обстоятельствах, то есть, ну тут вообще все моменты, что у тебя было там с родителями в этот момент, с сестрами, с братьями, с какими-то близкими, со своими друзьями, которые были на тот момент, где это случилось, почему это случилось, что ты после того, как ударилась, что дальше произошло. И когда ты ударилась, что у тебя, какие мысли были? Если ты не можешь этого отследить, то через хлопок можно сделать, туда себя вогнать. Что дальше-то было? То есть начинайте раскручивать себя. Голова – это же кость, как она может болеть? Светочка, дорогая, как всегда великолепно. Впитываю каждое слово. Спасибо огромное. Ой, спасибо, Анют. Так, Ксюшенька, Света, от чего очень неприятный запах именно под мышками? На веганском питании 4 года, никогда не было запаха, поэтому дезодорантами не пользуюсь все эти годы. Последние месяцы как запах чувствую? Очень неприятно, похож на рыбный примерно, прям фу. Ну, ребят, подмышки, это же наша вторая половина. Подмышки – это когда мы закрываем женщины женское, мужчины мужское. Как бы это банально не было, но когда изначально… Раньше обнимашки же не было такие за шею обнимать, да? Раньше были… Когда мужчина высказывал женщине свою мужественность, а женщина принимала, он ее как ребенка поднимал и переносил какие-то, то есть там были какие-то определенные ритуальные, как сказать там, ритуальные моменты, что ли, так, наверное, сказать, да? Вот, и это уже потом он ее на руки брал, а изначально он ее брал под мышками, то есть как ребенка, то есть это, что он ее переносил к себе как бы в свое поле, в свой дом, на свою территорию, он брал эту женщину и переносил под мышками. И поэтому под мышками у нас есть, я бы, наверное, их так назвала, лимфатическая система, канализационная система, связана с невостребованностью у женщин женского, у мужчин мужского. Но это мы говорим только о чистом питании, то есть мы не проговариваем, да, каких-нибудь ядреных спортсменов, которые там на протеине сидят, да, и у которых вообще запах от всего тела. Мы не про это, мы именно про чистое питание. Вот, и когда подмышками начинает пахнуть, потому что бывает, человек ест вообще все, и мясо, и пиво, и курит, но у него тело не пахнет. А бывает, вот он ничего практически не ест, и у него тело издает определенный запах. И вот смотрите, из какого места есть этот определенный запах. Подмышки, женщина не принимает женское, а мужчина не принимает мужское. Вот, это канализация, сбить канализацию. И на
Вот марафон, который у нас сейчас идет, я ребятам показывала, как прокатывать лимфу, чтобы вот эта канализация у нас ушла, сошла с нас. Но сейчас я вам не смогу просто это сделать. Это нужно коврик расстилать, ролл доставать, да? Вот этот МФРовский. Вот. А так это вот про это. А, вот. И, ребят, еще. Как-то так получилось, но у меня, видимо, это все как обычно, как всегда. Я не дала рекламу, но на ретрит, который состоится с 3 по 7 марта. Поэтому, если кто-то еще не в курсе, то приезжайте с 3 по 7 марта, и потому что следующий будет ретрит, скорее всего, где-то будет он летом, и летом чаще всего, как вы сами понимаете, Сочи, море, любые отели, любые центры, они поднимают стоимость. И мне тоже, скорее всего, на следующий ретрит придется поднять стоимость. Этот не рекламировала, вот, но можете присоединиться. Конечно же, у вас время есть, даже купить билеты еще есть время. Вот, и он будет такую стоимость. А следующая стоимость, я пока не знаю какая, но могу сказать, что в том году на июньский ретрит, который был у меня в июне, стоимость за номера поднял отель ровно в 2 раза. Вот, поэтому, как бы, смотри, то есть там не на 30%, не на 20%, а ровно в 2 раза поднял, то есть на 100% поднял ретрит стоимость. Поэтому, если кто-то думал, что в какой месяц поехать, смотрите по финансам, потому что мне в любом случае тоже придется это поднять. Потому что у меня, естественно, нет возможности оплачивать ребятам то, что я как бы говорю, вот, про что. Потому что там затраты, они все равно будут, их все равно нужно будет оправдывать. Вот, поэтому, ребят, смотрите, кто хочет присоединиться и кто думал сейчас ехать, либо в июне ехать, на ваше усмотрение, конечно же, но хочу предупредить, чтобы не было для вас потом какой-то неожиданностью. В июньский ретрит он будет дороже, потому что отель будет дороже. И это всегда так, всегда идет подъем цен на июньский. Причем мне здесь оставили ту стоимость не потому, что цены не поднялись. Они уже поднялись. В марте они уже поднялись. Но мне оставили, потому что я постоянно в этом ретрит-центре провожу ретриты, вот, поэтому мне оставили на этот месяц. Но, конечно же, сказали, что как бы следующие уже будут другие цены. И они говорят, мы не можем сказать, какие, нам еще руководство не сказало, но, скорее всего, это будет как в том году. А в том году поднялось ровно в 2 раза. Вот, если номер стоил там столько, то он стоил в 2 раза дороже. Вот, это чтобы было понимание, чтобы знать просто. Так, можно показать в закрытом клубе, как прокатывать лимфу, или в следующем эфире? В закрытом клубе, хорошо, ребят, в закрытом клубе, да, покажу. Договорились, прокатаем. Отличное упражнение для лимфы. Вакуум живота на выдохе и волны погонять пузом. Да, но это пузо. А нам нужно еще женское, мужское прокатать. Я упала на копчик в школе, на уроке физры. Все собрались в кругу и смеялись, а я корчилась от боли. Ну, вот, скорее всего, у тебя есть и какая-то боязнь сейчас общественных выступлений. Вот это вот, что я могу, то есть, что надо будет смеяться. То есть, тут много, скорее всего, в тебе тут заложено, что ты очень тщательно продолжаешь это прям в коробочку положила и из коробочки с этой пыль вытираешь. Да, вот я вот не такая, или я такая, но ты все равно... Я не... Ребят, смотрите еще такой момент. Я не такая, либо я такая, значения не имеет. Акцент все равно на этом уже сделан. Либо вы отрицаете что-то, например, там, я некрасивая, или я красивая. Акцент уже сделан, и неважно, есть частичка не или нет частички не. У вас сделан на этом акцент, и от этого у вас идет уже разворачивается дальнейшее, какие-то
действия, дальнейшие какие-то какую-то результативность всей вашей жизненной позиции. Так, ребятки, есть еще вопросы? Если нет вопросов, то я буду закругляться. И если есть какие-то вопросы, пишите в личку. По ретриту, конечно же, по ретриту, по марафонам, по закрытому клубу пишите либо в личку, либо в школу автономии. Вот, там, конечно же, с удовольствием всем вам ответим. Вот, и очень-очень надеюсь, что этот что этот эфир тоже был для вас полезный. Вот, а мы через 15 минут встречаемся на марафоне с ребятами. Вот, да, и, ребят, еще раз хочу сказать, что на этом ретрите у меня будет два крутых мастера, который просто отвал башки. Один по физике вам будет просто рассказывать и прям вот максимально вас раскроет. С какой бы вы травмой ни приехали, он вас просто... Вот, вы уедете в другом состоянии. А вторая просто через игру прокачает вас так, ничего вам не говоря, вы сами себе все расскажете. Стоимость ретрита. Ребят, напишите, пожалуйста, в личку. Не могу озвучивать стоимость, потому что заблокируют эфир. Это не мои, это не потому, что я там стесняюсь или что-то скрываю. Благодарю, Светлана, очень вы светлый человек. Благодарю огромное. Да, ребят, напишите, это не секрет, но просто если я озвучиваю стоимость, то блокируют эфиры. Ко мне пришло чувство отсутствия голода. И такое ощущение, что оно естественно, извне, а не изнутри готовности. Ребят, вообще, если вы задумаетесь... Вы поймете, что чувство голода, тело голод не испытывает. И мы тогда перебираемся на нашу голову, да? Тогда, ой, голова просит, там еще что-то. А вы в голову-то обратитесь. Голова-то тоже не испытывает чувство голода. Кто испытывает? И об этом мы поговорим на ретрите. Кто испытывает чувство голода? Когда вы поймете, это просто... А потом живите с этим. Такое может быть. Я имею в виду, что это приходит, например, от того, что сейчас много практикующих. Да, нет, это не от того, что кто-то... Ты не интерпретируй себя через кого-то. Это пришло к тебе просто потому, что ты стала готова к определенному состоянию. Оно может продлиться разное время. Оно может продлиться день-два, а может продлиться месяц, может продлиться полгода, может продлиться год и дальше. Гидра. А я думаю, что глубже, ребят. Я думаю, что глубже, чем гидра. Благодарю с информацией про подмышки. Прям паз начал складываться в сфере отношений с противоположным полом. Здорово, спасибо. Благодарю, Светочка, интересная тема. Благодарю, ребятки. Ну что, буду заканчивать. Мне еще нужно немножечко подготовиться к следующему эфиру. Я очень благодарна, что столько людей смотрит. Значит, я понимаю, что я все-таки говорю какую-то более или менее интересную информацию, которая вам резонирует. И для меня это важно. Есть хотят паразиты, больше некому. А кто из тебя паразитов-то подселил? Откуда они взялись-то? Тут много всего. Благодарю вас огромное. Всех обнимаю. Сейчас эфир сохраню. Здесь выставлю. А на Ютубе он уже есть. Все. Всем спасибо.